Американский философ и психолог Уильям Джеймс сказал, что отличительная черта гениев – старание и высокая сосредоточенность на своей цели. Если 1% гениальности – это талант, остальные 99% состоят из старания и трудолюбия. Эти слова применимы к большинству ученых, живших и трудившихся в золотой век исламской науки. Несомненно, все они выделялись неординарными умственными способностями. Но все их достижения были осуществлены благодаря их старательности и терпеливому трудолюбию. Ученый-астроном Абуль-Хусейн Абдурахман ибн Умар ас-Суфи, известный в западных источниках как Азопи, был как раз одним из таких. Он родился в 903 году в персидском городе Рей. Занимавшийся исследованиями в области астрономии, Абдур-Рахман ас-Суфи досконально изучил труды предыдущих поколений ученых и стал знаковой фигурой в этой науке, ознаменовавшей новый период ее развития. Живя при дворе амира Адуд-ад-Даула в Исфахане, он занимался переводом с греческого астрономических работ и, в первую очередь, Альмагеста Птолемея. На основе Альмагеста он написал книгу неподвижных звезд. Описав 1017 звезд из 48 созвездий и поведав об их расположении, а также яркости, Абдур-Рахман ас-Суфи составил каталог. Он дал арабские названия звездам, описанным в древнегреческом труде, и ввел астрономические определения и термины, 94 из которых используются в современной астрономии учеными различных стран. В своем труде, написанном в итоге изучения Альмагеста, Абдур-Рахман ас-Суфи сделал 4 важных заключения. Во-первых, подверг критике некоторые теории Птолемея и предложил свои доводы, сделанные в итоге собственных исследований. Во-вторых, дал звездам оригинальные арабские наименования. В-третьих, дал 2 разных описания этим звездам. В-четвертых, составил таблицу звездных групп, описав размеры, величину и месторасположение звезд, составляющих их. Абдур-Рахман ас-Суфи пошел дальше своих предшественников. Он вывел формулу для вычисления отдаленности тех или иных небесных тел. Эта формула использовалась на протяжении последующих столетий для вычисления отдаленности небесных тел. Он также внес свою лепту в усовершенствование имеющихся астрономических инструментов. И в особенности астролябии, которая на протяжении долгих столетий была незаменимым инструментом для астрономов, сумев тем самым добиться более точных вычислений на этом приборе. Беруни и Ибн Юнус, жившие после Абдур-Рахмана ас-Суфи, отмечали, что этот ученый обладал глубокими познаниями в математике. Труды Абдур-Рахмана ас-Суфи оказали влияние не только на мусульманских, но и на западных ученых. Так, большая часть 4-томной книги «Мудрости астрономии короля Альфонса X Кастилии», написанная в 13 столетии, состояла из переведенных трудов Абдур-Рахмана ас-Суфи, а также других мусульманских астрономов. К сожалению, при написании этой книги не были указаны источники, а авторами были обозначены сами переводчики. Однако уже в сравнении становится ясно, что за основу были взяты именно труды ас-Суфи и прочих мусульманских астрономов. Абдур-Рахман ас-Суфи – один из 3 великих ученых-астрономов, оказавших влияние на современную науку, умер в возрасте 82 лет в 986 году в Багдаде. В честь открытий и достижений в современности именем этого ученого был назван один из лунных кратеров.